Ну все, лодку надули. Нырок 2. Костер у нас горит. Все отлично. Вот не знаю, хватит этих двух бревнышек на ночь или нет. Но если что, пойду еще заготовлю вечером. Хотя уже вечер. Надо сейчас покушать немножко. Вот. И вечерний клев. Попробуем, что здесь ловится на спиннинг. Что мы будем кушать? У меня есть охотничьи колбаски. Рыбы я еще не поймал. Есть охотничьи колбаски. Есть помидоры. Есть огурцы. Хлеб есть. Сало, яйца, масло. Ну, в принципе, много чего. Я думаю, колбаски сделаем. А, еще каши есть. Можно вскипятить водичку, сделать кофе и заварить кашу в термосе. Будет классно. Вкусненько. Сейчас сделаем. Опаньки. Ну что, друзья, давайте сделаем ревизию. Что у меня есть? У меня есть 3 бутылки воды. Я не знаю, может, и не хватит. Есть. Дальше. У меня есть ведро. Ведерко. Есть у меня помидорчики. Есть у меня огурчики. Здесь у меня морковочка, редисочка. Даже свекла. Чесночелло. Лучини. И картофанчик. Короче, овощи есть. Складываем. Овощи есть. Что у нас есть еще? Такая каша. Польская, классная. Она 4 кулечка. Короче, я, наверное, ее приготовлю. Ее надо варить, но я делаю по-другому. Я беру раз термос свой и в термосе заливаю кипятком. Через 15 минут все готово. Каша. Хлеб ржаной наш, латышский. Самый лучший. Кокошки. 10 штук. Ну, с запасом мне хватит точно. Так. Сегодня надо съедать медные кудесинес. Да, будем их кушать. Так, газ, плита, масло перелил, растительное масло в бутылочку из-под спирта. Удобно. Так, сливочное масло. Немножко подтаяло. 2 пакетика гречки. У сына стырил из его маленького холодильничка, где он хранит свои припасы. Я стырил сгущеночку. Сало, друзья мои. Сало, черный хлеб, чеснок. Что может быть лучше? Вот, кстати, этот термос с широким горлом, в котором я завариваю кашу. Удобная вещь, покажу. Чайничек. Сковородочка. Дома есть чугунная сковородка на костре. Но это легкая, на газу. Будет классно. Так, ну кофе. И, конечно, кофе, молочко. Пупас, зирни. Это НЗ. Это не буду есть. Это вот если все уже, да? Край. Дальше. Такой у меня есть комплект первой помощи. Здесь все, короче. Кофеварочка, мед, кофе, чай, специи, ложки, вилки и все остальное. Экран для плитки, чтобы экономить газ.
деревянная палочка, чтобы не испортить сковородку. Овощи натереть, салатик. Люблю со свеклой свежей. И самое главное, я всегда беру вот во всех, да, этих самых, во всех, где мы ездим с друзьями, везде пикники. Друзья мои, берите дощечку, мега удобная вещь, порезать что-то, поставить, супер, супер, вот я с нее кайфую просто. Ну все, как-то так, сейчас начнем, ну и полотенчик, начнем готовить колбаски, да. Так. Ну, можно было, конечно, чайник сварить на костре. Не хочу этот чайник, он предназначен для газовой горелки. Вот, поэтому буду его на газу. Кстати, всем рекомендую, вот такой экранчик есть. Очень экономит газ, особенно если ветер есть. Просто берете вот так раз, обкладываете. И понеслась. Добро пожаловать в передачу «Готовим на природе». Так, чесночок. Чесночок – это хорошо. Ну вот, что у меня будет на ужин? Короче, охотничьи колбаски. Ну, не все, конечно. Помидор, редиска, огурец, кофе и еще заварю кашу. Да. Так, плотно поужинаем. И, может быть, даже успеем сплавать, половить на вечерние зорьки рыбку. Так. Редисочка. Отлично. Ой, чуть не упало все. Огурчик. Срезаем попки. Ну, томатик. Надо помыть сейчас все это дело. Сейчас мы все это помоем. Пойду палочку вырежу такую для колбасок охотничьих. И начнем жарить колбаски. Так, друзья мои. Чай у нас уже доходит, а мы помыли овощи. Я не буду салат делать, просто порежу овощи. Ну, сегодня, по крайней мере, не буду делать. А завтра сделаю. Огурчик. Так, ну и помидорчик. Хороший нож острый всегда режет помидор без проблем. Я вот эти вещи всегда вырезаю из помидоров. Тарелочка могла быть побольше.
Ну, какая есть. Мой салат. Так. Салат. Теперь что у нас с колбасками? Так, кто-то мне звонит опять. Раз, два. Ну, сколько я съем? Давайте половину. Что здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Половину съем точно. Надо телефон нафиг отключить. А, друзья мои, вот в чем фишка. Короче, берется этот термос. Вот такой термос берете. Главное, чтобы горло было такое большое, плоское. Вот. Ну, я сейчас немножко сполосну его. Я вскипятил чайничек. Чутка. О, вот так. Самую малость. Сполоснем и заодно прогреем. Вот. Так. Беру свою кашу, ну я пакет не буду, мне в кастрюлю варить не надо, я сразу высыплю туда. Открываем, водичку выливаем, кашу высыпаем. Высыпали кашу, теперь на кашу сверху льем кипяточек. Ну так, без фанатизма. Примерно, да? Закрываем. Ну и все, оставляем минут на 15-20. За это время пожарим колбаски. Вот таким макаром. Так, мы можем... Ну кофе... Кофе сейчас я еще не хочу, надо пожарить тогда. Но помидорчик съем. Ну что, охотничьи колбаски. Я всегда делаю вот такую рогатинку. И тогда они не соскакивают. Красота.
кафе. В 20 минут 10, но солнце уже село за лес и начало темнеть. Я постепенно готовлюсь ко сну. Вот что у нас показывает градусник. Сейчас посмотрим. Градусник показывает 15 градусов. Боже мой, кто это? Люди мои, что это? Кто это такой? Ужас. Костер это классно вообще, супер. Тут есть и раки, но у нас ловля раков запрещена, только лицензионная, поэтому пусть ползает, пусть ползает, пусть отдыхает. Вот палатка, мой мотоцикл. Ну, беря во внимание, что дорога проходит вот здесь рядом, ну, по ней не часто ездят, но я перестраховался, короче. Я поставил лодку как баррикаду, вот так вот. О. На всякий случай. Береженого Бог бережет.